Так, что там говорят? Ребятки, всем привет. Так, продолжение темы дровокола. Так, вкратце по дровоколу. Диаметр 78 миллиметров. Резьба двухзаходная. Не знаю, видно, не видно. Вот, что-то видно. Так. Двигатель из стиральной машины 300 ватт, маховик Волга. Общий вес примерно 15 килограмм. Вот, нашли березу. Ну такая сучковатая. Нет, тут видно, не видно. Сейчас будем пробовать колоть. До этого еще не пробовали. Тестировать дровокол. Так, чего сегодня будем пробовать на тополе? Вот куча у нас тут тополей.
Как дрова они, конечно, так себе. Достал я тут такие вот, начнем с маленькой. Ну и продолжим тут побольше такие в диаметре, не знаю, ну может 35 диаметр, потому что так прикидываем, точно такой же, как ширина дровокола. Ширина у дровокола вот 35 в этом месте. Длина метр. Вот, так что так вот как-то. Перед березой говорил, что маховик весит 15 килограмм, это только маховик. Я там говорил, что общая масса 15. Общая масса примерно дровокола, примерно 30, не взвешивал, не знаю. Вот. А так маховик вместе с фланцем, который полностью вставляется в подтай, прям в маховик, примерно 15 килограмм. Все это крутится где-то примерно 3000 оборотов. Сегодня, в принципе, начнем с поменьше, продолжим побольше. Можно кувырнуть, тут вообще такие есть свиньи.